Кто это тут у нас заглядывает с утра пораньше, а? Надо кормить Миру. Но я сейчас сначала дам лирику, а потом Мирке, а потом уже Марсику. Лирок, Лирок. Вот кисточка, ты умничка, научился хорошо брать. Мирка, а ты иди с гаража. Пошел в гараж. Мира. Скорость 100 км в час. Марсенчик, а ты? Ты что так скромненько? Марсенчик, доброе утро. Марсик, когда заходит с гаража, слушает, как паровоз. Фу, фу, фу. Ну что, Мира уже, видите, повзрослела. О, слышите? Она позволяет Марсику, но не очень. Видите, так буркнула. Скажет, наверное, подожди, подожди, Марсинчик. Вырасту. Я тебя погоню. А заметьте, как... Марсик! Марсик! Ну-ка, Марсик, нехорошо. Отойди, сказал. Дай Мире. А Мирка так смешно упирается, ногами буксует по ламинату. Марсик, нехорошо. Марсик. Пойдем, я тебе дам отдельно. Не обижай Мирочку. Пошли. Ой. Еды хватит на всех. Дело ж не в этом, просто... Тебя я кормлю два раза в день, а Мирочку три, бывает и четыре. Вон, какую кастрюлю, видите, уже забабахал. А мне тут посоветовали замораживать и в пакеты. Ну что, Мирка, сейчас будет тарелочка блестеть. Сейчас она. Все тут, все отработано до блеска. В обед еще дам. Распила потихонечку, видите, уже какая большая. Мира, а как ты хвостиком виляешь? Мира, хвостиком как? Ну-ка, вильни хвостиком, хвостиком, ну, Мира, ну, вильни. Мирка, не до этого. Марсенчик, а ты там так и останешься. Да. Ты будешь сидеть до вечера. Мирка, хвостиком вильни. Мира, ну давай. Ну. Ну уже не хвостиком, а попой виляет. Корпусом. Заходи, Марсенчик. И что? Выходи. Там холодно. Ну что будете делать, господа? Что будете делать? А? Вот день начался. Что? Что я вам комментарии проверяю? А вы что? Каждый день они что-нибудь приносят новенькое. Что-то такое в мире появляется, что-то у Марсика. Конечно, не всегда я успеваю это снять, потому что всегда держать включенную камеру нет возможности. Иногда начинаются такие пируэты. Вчера, например, слышу грохот какой-то по всему двору. Выглядываю, что ж такое? Оказывается, у нас там есть мусорный бачок. Мирка достала вот такую вот пустую банку из-под майонеза или что-то тут. Какие-то вот перепелиные яйца, короче. В общем, крышку открыла. И давай тягать ее. А там, видите, остатки жира, жирка, остатки всего. Ну-ка, на. В общем, она туда
залезла головой, голова застряла, она пыталась ее снять. А я слышу грохот такой. Хорошо, что я был дома. Я ее это самое спас. Короче, снял. Так, только не грязи. Вот такое маленькое событие. А Дмитрий Крашенинников постоянно с Олегом экспериментирует. Он ему то бутылку даст, то мяч даст, то тазик, то пятилитрушку. В общем, он постоянно что-то ему дает, и так интересно. А я не давал, они просто сами взяли. А теперь я уже их специально насобирал. А Марсику дам, пойдем. Марсик, пойдем, я тебе дам. А Марсик уже специально, знаете, не стал мыть. Марсичек, вон, ну-ка, да. Ну, так. Чего там? Ну, пробуй. Тогда знаете что? О, я сейчас эксперимент сделаю. Марсюльчик. Короче, экспериментируй, так экспериментируй. Сейчас, на. Сейчас, подождите. Сейчас мы. У нас тут есть. Вот смотрите, что будет. Только это Марсику. Марсюнчик, это тебе для затравочки, ну, чтобы ты понял. А это, смотри, как мы... Где? Где? Куда вы их задевали? Марсюнчик. Подожди. Эксперимент. Смотри, туда. Ну, Мирка. Опередила это. Мирка. У нее же мордочка маленькая. Она залезла. Марсика покрупнее. Так, Марсюнчик. Колбаса уже заканчивается. Пошли. Пошли. Ну и сколько радости от простой банки. Дмитрий Крашенинников, спасибо тебе за идею. Марсенчик, ну мы же тебе. А ты уйди, сказал, я тебе держу. Марсенчик, ну что, как будем доставать колбаску? Мирка, отойди. Мирка сейчас опять залезет. Это помните, как сказка, как цапля кормила лису? Ну что, достал колбаску? По-моему, достал. А ну сейчас гляну. Нету там? Нету. Все, что ли? Весь интерес? Колбаса еще есть. А теперь я куда? А теперь я, знаете, что? Устрою соревнование. Кто быстрее достанет колбасу. Вот. Вот так мы делаем сейчас. А Марсюнчик-то смотрит. Вот он любит смотреть, как я режу колбасу. Земляне, вы не представляете, какое это для него магическое зрелище. Марсюнчик. Так, пошли. Так, кто меня тут укусил за руку? Где? Где вторая? Ну-ка, сейчас мы устроим соревнование. Кто быстрее? Так, кидаем сюда и сюда. Так, тебе и тебе. Кто быстрее достанет? Марсик, он не будет достать. Марсюнчик, ну что тебе, колбаска не нужна разве? А ты всоси так, знаешь, вакуумом. Ну, давай. Язычок. Ну что, Марсик, вон же колбаска. Вот колбаска, да. Тебе не нужна колбаска. Сейчас Мирка придет и отберет у тебя. Вот она, видите, перевернула. А Масик не догадался. Взял бы в зубы, кверху повернул, она тебе в рот бы выпала бы. Эх ты, Марсюн. Старый уже стал. Ага. А Мирка, видишь, какая сообразительная. Вообще-то она умная. Ты что, Масик?
Обид. А его зло взяло. Марсик, ну и что это такое было? Что ты? Ага, уже там нет ничего. Пустые банки. Мира, скажи, в большой семье пастью не щелкает. Все, собственник, глянь. Ах ты, надо же. Надо же про Марсик. Что, ты думал, там колбаса? Ну, пошел. Пошел на кухню, обнюхал. Все. Вот так вот. Тупорылым везет. А у Мирки мордочка-то острее чуть-чуть, немножко. Вот она и залезла в баночку. А ты, Марсенчик, не залез. Пытался, конечно. Ну, что делать? Ну, лапкой бы туда залез бы. А что уже после? После драки кулаками не машут. И когда колбаски нет, уже тоже там нечего делать. Поезд ушел, помаши ручкой. У Мирки три кусочка колбасы в животе. Марсенчик, ну что ты такой? Ну, конечно, мне тебя жалко, Марсен. Ну что ты такой к жизни не приспособленный? Ну вот еще, конечно, есть колбаска. Ну что ж я тебя обижу, что ли? Там еще у нас посылка пришла от Инны Нелюбиной. Что там? А вдруг там колбаска? Марсенчик, ну. Подожди, Мирка, отойди. Вот. Все, Марсенчик, теперь справедливость. Но запомни, что в этом мире, чтобы выжить, надо немножечко быть пошустрее. Вот как вот эта вот мадам. Она всегда шустрее вас. Вон она пытается. Чего ты прыгаешь? Нет у меня ничего тут. А ты шустренькая, Мирка. А ты, Марсенчик, лопушок. Но тебя почему-то любят больше. Вот, да. Найла Хусейнова. Она преподаватель английского языка. И показывает иногда своим детям мои видео. И все дети в один голос заявляют, что Марсик наш любимчик. Не знаю, хоть он и лопушок этот Марсик. Но почему-то признают его любимчиком. Этого Марсенчика. Да, Марсенчик? Улыбнись человечеству.